Давай мне прокачку. Я не кидок. Вышел отсюда. Мне не нужна прокачка, выходи. У меня только один вопрос. Ты кидок или нет? Нет, не кидок. За 0-3. Мне не стыдно, я тебя все равно забаню. Здорово всем, ребята, Кент только на проводе. И прямо сегодня я попробую переучить одного китка. А именно, я зайду на его аккаунт, скажу то, что я буду делать прокачки инвентаря. Но на самом деле, я продам все его скины за 0.03. И если он извинится перед всеми теми, кого он обманул, то только тогда я ему сделаю нормальную прокачку. Это будет очень крутое видео. Нереально крутой трешничок. Ну, пожалуйста, ребят, прожмите лайк. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий, потому что, возможно, следующий я прокачаю именно вас. Ну что же, погнали. Погнали набирать китка. Так, ребята, только что я зашел на его аккаунт, и он думает, что я буду его прокачивать, но он-то не знает, то что я его накажу за всех тех, кого он обманул. Ну че, ребят, давайте посмотрим, что у него вначале за аккаунт, а после этого я его наберу в Дискорде. Давид, набор прокачку. Дараулечки, ты моя! Ты кого-то прокачивать собрался? Кого там? Какой там набор? Ой-ой-ой, ребята, кажись, кто-то очень сильно влип. Смотрим дальше. Это вот статистика, то есть, как мы видим, ребята, игрок из него так себе. И самое главное, прикиньте, он в клане Маслята. Конечно же, если он не исправится, я его кикну с клана Маслята, потому что, ребята, в клане Маслята не должно быть ни одного китка. Так, ну чё, а теперь давайте посмотрим, не, не его инвентарь, его инвентарь немножко позже, посмотрим, что же у него там в личных сообщениях. Что? Вы посмотрите, чего? Бро, напиши пароль, ты попал в прокачку ко мне. Он реалити дог, он реалити дог. Значит, все, что про него говорили, это правда. Посмотрите, тут типа ему просто пишет привет. Он ему пишет, бро, напиши логин, пароль, пароль, прокачку ко мне. Что? Он, походу, реалити дог. Мне очень сильно интересно посмотреть, какой же у него инвентарь. Ему даже кто-то ответил, что? В честь Нового года дай промо ПЖ. Бро, напиши логин, пароль, ты его прокачку ко мне. Стоп, давайте напишу, я кидок. Прикиньте, ребята, только что могли этого парня развести, но мы его засейвили. Блин, какой же это наглый кидок. Давайте посмотрим, на какой же он себе инвентарь заработал кидаловом. Что? Вы посмотрите, раз аркана, два аркана, три. Три пары перчаток, раз нож. Обалдеть, куча крутых, дорогих скинов. Вот, ребята, ему сегодня будет очень даже не сладко. Ему будет очень даже не сладко. Прикиньте, он кидок. Он реально кидок. Прямо сейчас, ребята, я его проучу. Все, я погнал его набирать в Дискорде. 5 minutes later. Опа, привет, дорогулечки, ты моя. Ну что ты? Как тебя зовут? Рассказывай. Меня зовут Давид, мне 20 лет. Ого! Давидушка, братья, такой вопрос и к тебе. Прокачку инвентаря ты хочешь или нет? Да, хочу. Давай мне прокачку быстро. Смотри, сразу к тебе такой вопрос. У тебя ник. Давид, набор в прокачку. Если ты сам людей прокачиваешь, то зачем ты просишь ко мне прокачку? А? Да у меня нет голды, это просто шутка. Я шучу я понял. Смотри, а вот личное сообщение, смотри. Бро, напиши логин и пароль, ты попал в прокачку ко мне. Ну, это не важно. Ты меня будешь прокачивать или нет? А, конечно буду, братик, не переживай. Ну, то есть это просто, ты пошутить так решил, да? Да, да. А, ну 1 же апреля, очень скоро, я правильно понимаю? Да, правильно. Ха-ха-ха-ха. Смотри, Давид, для меня самое главное, ты же не кидок, я правильно понимаю? Да, все правильно. Ну ты можешь ответить на перхоть, ты кидок или нет? Говори сразу, признайся. Нет, я не кидок. Точно не кидок. Скажи, я Давид не кидок, мне 20 лет. Я Давид не кидок, мне 20 лет. О, Давид, слышишь? А что у тебя фейбл кейсы делает тут? Не важно, ты меня прокачивать будешь или нет сегодня? О, Давид, брат, а давайте прокачать твоим же фейбл кейсом. Смотри. Ты что делаешь? Брат, ну я сейчас открою, Давид, это прокачка инвентаря. Ну выйди, нельзя, не надо, не надо. Ты просил прокачку инвентаря или бы, или нет? Выйди. Опа! Зачем? О, Джерри Джинвеза с футболки выпал. Ну зачем тебе этот кейс в инвентаре? Зачем тебе кейс в инвентаре? Зачем ты? Мне он нужен. А, нужен, я понял. Да и, ну вопрос, вот просто на чистоту. Ты точно не кидок? Ну скажи ты вот честно. Я точно не кидок. Ложа руку на сердце. Ты не кидок, брат? Я не кидок. Хорошо, брат, а где у тебя сердце, слева или справа? У меня есть слева и справа, у меня два сердца. О, принял. Так, ну что, Давидушка, братик. А что у тебя за USP-писец, какой-то какие-то 4 наклейки? Не трогай их, быстро ушел отсюда. Ой, а если я случайно одну не сотру? Не надо, не надо. Не надо? Не надо. А я одну сотру.
А я настрою. Не надо, не надо! Не надо, зачем ты это сделал? Зачем? Не, ну я штучку, ничего страшного, Какие у тебя красивые перчатки, а зачем тебе мои перчаток? Не трогай, не трогай. О, 877 голды. Вышел отсюда, мне не нужна прокачка, выходи, выходи с аккаунта. А если нажму продать? Давид, я вместо прокачки янтаря продам перчатки. Заскамлю сейчас тебя. Не надо, пожалуйста, не надо. Не надо? А почему не надо? А почему не надо? Не надо, не надо, я не буду. Я уже 0.3 поставил. Давидушка, а ты не хочешь ни в чем признаться? Вообще? Нет, ничего. Нет. Ну подожди, ну смотри, просто поступила такая инфа, я не знаю, правда или нет, мне говорят, что в этом Давид кидук. То есть я могу продавать, правильно, перчатки? Нет, ты не можешь, выйди отсюда, выйди. А почему? Выйди, а если не выйду, чтобы... Выйди, а если не выйду? Надо, не надо, не надо, пожалуйста, я долго... Три... Копил, не смотри, не я хочу прокачки, пишу какой-то тип. Не надо, пожалуйста. Смотри, я хочу прокачки, давай напишу. Я... Кидок. Не пиши ничего, не выйди отсюда. А чё, а ты хотела прокачать, да? Ты хотел прокачать этого парня? Хотел прокачать, да? Да? Ты уверен? А что будет? Смотри, а что будет, если я сделал ник? Я кидок. Не надо, не надо. Зачем ты? Теперь никто к тебе прокачку не попадет. Выйди, я тебя забаню, понял? Да? Я тебя забаню, когда продашь. Я тебя серьезно забаню. Ты не знаешь, что я! Ты мне ничего не хочешь сказать? Ты никого не обманывал? Нет, не обманул. Никого не обманул никогда? Нет, никого. Ну не пожалуйста, не продавай. Не продавай. Один. Я тебе даю 3 секунды признаться. 3. 2. Пожалуйста. Один. У меня такой один вопрос. Ты кидок или нет? Нет, не кидок. За 0.3. Зачем? А знаешь зачем почему? Ты продал? Давид, зачем? Давид, ты не понимаешь, ты влип! Я знаю, что правду про тебя. Я знаю, что правду про тебя. Я знаю, что ты кидок. Посмотри на меня, Давид. Ты кидок или нет? Скажи мне честно. Нет, не кидок. Не надо, пожалуйста, нет. Смотри. Только не кидок. Минус наклейка раз. Дальше. Минус наклеечка два. Не надо, пожалуйста, не Давид, надо. Зачем ты это сделал? Давид, ты не понимаешь то, что я знаю про тебя всю? Ты ничего я не знаю про тебя. Ты ничего не знаешь? Хорошо, хорошо. То есть ты никого не обманул? Да. Ты не обманул Максима Драгунова? Нет. Максима Драгунова, ты обманул? Не обманул, хорошо? Нет. Максим Драгунов, мне слили переписку с тобой, ты не понимаешь это? Я тебе даю последний шанс признаться. Ты кидок или нет? Нет, я не кидок, нет. А как ты думаешь, людям, которых ты обманывал, им было так же обидно, как и тебе? Я никого не обманывал. А, никого? Ты уверен, никого? Никого. Хорошо, ты напросился, никого. Ты напросился, я продаю прямо сейчас 0.3. Я тебе даю последний шанс, шанс. Прямо сейчас скажи, ты кидок или нет? Прямо сейчас. Ну, иногда только. А, иногда. Не надо. Значит, я зашел на аккаунт Китка. Я мог с тобой делать все, что захочу. Боже, ты обманул других людей, тебе не стыдно? Нет, мне не стыдно, я тебя все равно забаню. Ты серьезно? Алло, я тебя забаню. Давид, ты в Ютубе! Ты не понимаешь? Разработчики тебя забанят. Давид, ты не понимаешь, ты в Ютубе! Давай на чистоту. Ты кидок или нет? Просто скажи да или нет, и все. Да, я кидок. Сколько людей ты обманул? Я не знаю. 3 человека. Дай мне прямо сейчас слово, что никого не будешь обманывать. И дай мне слово, что ты отдашь голду всем тем, кого ты обманул. Я не буду обманывать. Сложу 2 руки на 2 сердца. Зачем? Подожди, ты решил пошутить или как? Нет. Ты решил пошутить? Давид, я тебя спрашиваю, ты будешь дальше людей обманывать или нет? Скажи мне правду. Нет, я не буду обманывать. Я не буду обманывать. Извинись честно. Прямо сейчас перед всеми теми, кого ты обманул. Я извиняюсь перед всеми, кого я обманул. Хочешь реально нормальную прокачку? Вот прям хочешь? Да, хочу, конечно, конечно хочу. Братик, тогда смотри, по щелчку пальца у тебя на аккаунте будет не одна голда, а гораздо больше. Смотри. Давай. О, смотри, смотри, можешь благодарить меня. А? Спасибо большое, Кента, пока. Спасибо большое. Братан, ты понимаешь, кто еще, кроме меня, прокачивает Китков? 5 minutes later. Если мы выбьем нож, ты его отдашь тому, кого ты обманул. Согласен? Согласен.
Ну что, дорогулечки ты моя, открываем первый фейбл кейсик. И тебе выпадает... Ой, как мой аркан пролетает, тебе выпадает G2 за Starfall. А знаешь, почему выпал G2 за Starfall? Это тебе за все прошлые разы, когда ты кого-то кидал. Понимаешь? Потом, братик, больше никого не обманывай. Открываем еще один фейбл кейсик. Давай, говори заклинание. Нож, бабочка, выпадайка. А, такое заклинание, я бы сказал бы... Киткумумус! Арканимус, выпадимимус, потому что киткинимус больше не киткинимус. Понимаешь? О! Мы открываем последний фейбл кейсик, и дальше будет самое интересное, потому что мы будем открывать райвл кейсы. Что? Посмотри, посмотри. Слева аркана, справа аркана, но тебе выпадает рарка. А знаешь, почему тебе выпадает рарка? Потому что ты сложил только рарочку, понимаешь? Нечем было обмана. Неправда, неправда. Что, если неправда? Ну, неправда. Ты кидал людей? Да, кидал. Ну так вот, больше не кидай, дровлечка ты моя. Поехали дальше. Открываем еще один райвл кейс, тебе упадает. Вдруг смотри. Блин, ну тоже нормально. Тоже хорошо. Ну, тоже хорошо. Тоже хорошо. Давай, дорогулечки ты моя, открывай еще один райвл кейсик. И тебе выпадает, как много аркан прилетает, и тебе выпадает, знаешь, что? Ахр карбон. Хочешь же команда флорал? Да, хочу, очень. А хочешь, я скажу больше? Мы прямо сегодня тебе подарим какой-то нож. Да-да-да, тебе не послышалось. Так, ну что? Оу, смотри, статрек дезрил трэглэс. Имба! Вот это китку повезло, вот это китку. Хорош. Хэштег непоганенько. Так, смотри, делаем бустик раз. Дальше делаем бустик два. Дальше делаем бустик три. Так, давай вместе с тобой одновременно держим кулачки. Держи кулачки! Держи кулачки и давай будем кричать «Я не кидок». Быстрее, давай. «Я не кидок! Я 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 не кидок!» Братан, ну ты не расстраивайся, потому что прямо сейчас мы идем на булдропчик. Ты посмотри, где мы, и посмотри на балик над твоей башкой. 6000 рублей, и я прямо сейчас... Тебя прокачаю. Но самое главное. Да. Ты точно не справился. Скажи мне честно. Я понимал, что алду не простеривает. Я справился. Я честно справился. Братан, ты в курсе, что на фабрику бычка напали грабители? И что, знаешь, что мы сейчас сделаем? Мы прямо сейчас надерем задницу этому грабителю. И плюс еще за это получим скины. То есть смотри, в чем суть. Я пополнил балик на 2000 рубликов. Я получил 2000 очков. И прямо сейчас смотри, что мы делаем. В этого грабителя бросаем яйцо. На, получаем ослину. И выбиваем скин за 1 рубль. Братик, что делаем дальше? Смотри, можем еще его ударить. Хочешь? Да, хочу, конечно. Давай, давай, Давидик. А ща... мальчикам, да не надо. О-хо-хо-хо! 123 рубля, прикинь! Это все пойдет тебе на аккаунт! Прикинь, как же это круто! Дальше можем выбить зуб, да. Посмотри. Сейчас просто маслин чисто сладенная! 50 рубля. Ай-яй-яй, не паника. Дальше можем его поджечь. И прикинь, ребята, это все на халяву! Так, ну шо? Уважаемый мой Давидик, братик, выбирай, что мы будем открывать. Что ты хочешь? Брат, хочешь ножевую? Вот он стоит 2000 рублей. Но ты же исправился, скажи мне честно. Я исправился, честно. Ты точно исправился? Отвечаешь? Честно исправился, на пепу, точно. На пепу отвечаешь? Отвечаю. На кого ты отвечаешь? Неважно. На пепу? Да. Хэштег Давид не пепа. Брат, 2000 рублей, ёпарный балет. Обалдеть, и сколько он стоит, сколько он стоит? Давид, блин, 1300 рубликов. Давид, ты меня обижаешь, ты понимаешь, да? Ты меня обижаешь. Да. Кстати, Давид, а ты в курсе, что на булдроп еще есть голдпас, как в стендофе? Только такой же самый голдпасик есть на самом булдропчике. Смотри, я тебе сейчас его покажу. То есть тут есть куча разных заданий. Ты просто эти задания выполняешь. И из-за того, что выполняешь задания, ты получаешь опять халявный приз. Вот, например, как я. Я получаю прямо сейчас подарок от булдропа. Видишь, нажимаю кнопочку забрать. Давай посмотрим, что же в этом подарке. О, 30 рублей. Ну, немного, но тоже круто. Ты готов, братик? Да, готов. О, ты, ну, Давид, ты там не наглей. Интересно, что выпадет. Блин, а прикинь, сейчас нож какой-то выпадет или еще что-то крутое. Блин, так. О, что? 1300! Х2 купились! Х2! Импа! Импа. Все, мы все это продаем, и у тебя на палике уже 5-600, хорошо. Так, все дальше открываем. Давидик, мы с тобой богаты! Давай откроем Origin. О, ты гений! Ты посмотрел мои стримы, и ты знаешь, что Origin дает просто... Да, арканочку купную. Давидик, брат, скрести кулачки. Что, аймочки кромансер, имба? 3600, да! Да! Мы в нереальном плюсе, мы просто в нереальном плюсе.
Какой твой самый любимый керамбит? Признавайся. А самый скрейдж. Две! Кен, так ты обещал промик. Покажи, пожалуйста. Карл, смотри! Нажимаешь промик и... Смотришь снизу, пошел бронзик. Там же будет промик. Ёпсель-мопсель, ты ж гонишь. Ну что, вроде все подготовили. Теперь нажимай кнопочку вывести. И погнали обратно в стендовчик. Ау, ты посмотри, сколько тебе денежек. Давидик, братик, ну что, рад или нет? Это не обман. Смотри, история. Выводик из булдропщика. Все хорошо. Ну что, Давидик, прямо сейчас? Что мы идем покупать? Пожалуйста, купи кирбол, скрейдж, пожалуйста. Что купить? Это моя мечта. Скрейдж, керамбит. Керамбитик, скрейдж, да? Хорошо, да, братик. Да, да. Вот это. Брать, покупать? Да. Ты готов? Да, покупай, пожалуйста. Купил! Давидик, поздравляю. Купил, ура. Ну чё? Давидик, никогда не буду обманывать. Я не Давидик, буду никогда. Смотри, у тебя осталось 3500 голды. Ты можешь прямо сейчас пообещать, что ты эти 3500 голды просто возьмешь и раздашь всем тем людям, которых ты обманул? Прямо сейчас, пообещай на камеру. Обещаю. Поэтому, ребята, если вас Давид обманул, прямо сейчас пишите в комментариях, кого он обманул, ваше ID, он все будет отдавать. Также обязательно прожмите лайк под это видео, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Никогда никого не обманывайте! И смотрите Кента ПК. Я всех люблю, всех обнял, приобнял, всем удачи, всем пока!